В Астрахани состоялся семинар по яйдо. Это разновидность фехтования, важной частью которой является искусство выхватывания меча из ножен. Направление это интересно тем, что требует от спортсмена не только физической подготовки, но и большой психологической концентрации. Обращаем внимание, что все приемы, которые вы видите в сюжете, выполняются профессиональными спортсменами. Не пытайтесь повторить их дома самостоятельно. Киеси Кабаяси, японец по происхождению, стал заниматься яйдо в нашем городе. Все же удивляет. Наверное, тоска по стране восходящего солнца привела его в секцию яйдо. Вот уже год он занимается в секции. Но, видимо, из врожденной скромности говорит, что за это время немногому научился. Начал заниматься айкидо год назад в Японии, потому что... Когда я приду сюда, в Астрахань. Чтобы добиться успехов в этом боевом искусстве, потребуется терпение и много усилий. Многочасовые тренировки. В зоне видимости борца не только должен находиться воображаемый противник, но и окружающие вокруг. Взгляд должен быть настолько чувствительным, насколько это возможно. Тренировать зрение, чтобы контролировать действительность в полной мере на 360 градусов. По словам мастера, борец должен видеть на дереве конкретный листок, но при этом получить полную картину дерева. Сам Юрий Быков признается, таких успехов надо ждать долго. Современное спортивное деление, там рукопашный бой, оружейный бой, я не приветствую и считаю, что это только потому, что никто сейчас не сражается на полную силу, там вообще все времена изменились, поэтому такое стало возможно. Но традиция не должна страдать из-за этого. Жанна Алиева, Вячеслав Ярымовский, Новости 24 Астрахань.